Ванга назвала три знака зодиака, которые 1 марта попадут под защиту Вселенной. Жизнь человека не может характеризоваться только положительными моментами. Она чередуется и негативом, что заставляет нас мыслить более гибко, а действовать более решительно. Но иногда проблемы разрешаются и без нашего участия, в этом случае сама Вселенная благоволит нам в наших делах. Астролог объясняет, что уже 1 числа 1 месяца весны представители 3 зодиакальных созвездий как раз и попадут под защиту высших сил. Так давайте вместе узнаем, кто это. Только для начала подпишись. И да, по ссылке в описании ты узнаешь свою судьбу бесплатно. А мы начинаем. Первый знак — Весы. Весы, вам последние зимние деньки доставляли очень много проблем и неприятностей, приведя фактически к пику накала ситуации. Но астролог спешит утешить вас, отмечая, что этот весьма сложный момент уже начал свое движение по пути к разрешению. При этом сама Вселенная будет управлять данным процессом, направив вам на помощь человека, на которого вы меньше всего надеялись и рассчитывали. Между тем, с этим человеком вас в итоге свяжет очень крепкая дружба, способная принести большое количество позитива, а также ярких эмоций и невероятных переживаний. Второй знак – Рак. Раки, ваше депрессивное настроение ввиду приближения весны уже 1 марта развеется без следа, уступив свое место уверенности, как в собственных силах, так и в завтрашнем дне. При этом Вселенная буквально заставит вас пересмотреть свои жизненные приоритеты, что и позволит рассчитывать на перемены к лучшему. Как говорит Ванга, высшие силы в эти дни весны не оставят вас без своего внимания и поддержки, что может обернуться щедрыми подарками, дающими прекрасные результаты. Главное для вас – настроиться на победу, и тогда уверенность буквально захлестнет вас, приведя к невероятным позитивным изменениям. И третий знак. Представители этого знака, начиная со 1 числа, можете рассчитывать на всестороннюю и всеобъемлющую помощь высших сил. Как утверждает астролог, это позволит вам, в том числе задействовав всю свою целеустремленность и работоспособность, разрешить самые запутанные дела и непростые задачи. Обусловлено это еще и тем, что вы вдруг осознаете со всей ясностью все то сложное и неоднозначное, что таилось до сего момента под покровом таинственности. Таким образом, вы поймете всю простоту проблем, которые растворятся под вашим напором и при посредничестве самой Вселенной, поддерживающей и направляющей. И тогда прекрасное будущее постучится в вашу дверь и уведет с собой за горизонт событий. И это Козерог.